воды. Остатки канала вот здесь внизу и направо, и налево. Если смотреть направо вниз, там камыш. Видно? И там лестницы есть. По лестницам спускались вниз и внимательно смотрели на стену. И там отмечали уровень воды. Ежегодно было нужно знать, как река Нил разливалась. Направо, около 40 метров, видно подъем. Видно? Это место, где лодки сюда приблили. Ежедневно сюда лодки приблили 2000 лет, чуть-чуть больше. С камнями. Новые рабочие силы, когда строили храм. 2000 лет. Сюда приблили лодки с камнями для строительства. Перед вами на